Всем привет, с вами Сид, и мы продолжаем наше выживание в Мисте. Так, на улице туман. Во время этого тумана приходят зомбари. Насколько я знаю. Я на самом деле не знаю, сколько он будет длиться. И если у меня когда здесь база, могут ли меня здесь они достать. Вообще без понятия. Вот. Так как с законами этой игры я еще не знаком, буду все выяснять на экспериментах, рискуя своей задницей, так сказать. Но ничего. Мы с вами бесстрашные, правильно? Не особо бесстрашные, хочу им сказать. Не очень особо бесстрашные. Как долго будет длиться туман? Жесть. Не особо бесстрашный, сразу труханул, вы видели? А что делать? Как бы патроны не железные, 26 штук всего. Сейчас у меня, кстати, рука отхилится, да, получается? Ветер дует, туман не уходит. Зомби тоже не уходит, я его слышу. Так. Я не понял. А, так мне надо вылечить? Блин. Мне типа бинт нужен? А как его сделать я могу? Бандаж. А, вот таких две бутылки надо, а у меня одна. Блин. Черт. Не очень круто, хочу вам сказать. Долго они там будут ходить? Вон он, смотрите, ходит. Тварь. И еще. А сколько их вообще, много? Блин, ну вот это меня, конечно, пугает, то, что у меня со здоровьем проблемы. Очень пугает. Но ничего, разберемся. Лишь бы туман закончился. А я могу как-то пережидать? Стоп. А, я могу как-то спать, что ли, я не знаю. Как это... Могу как-нибудь взять, лечь и поспать. Ключевые предметы. Это готовка, все дела. Совещание. Так, а есть у нас tutorials? Хорошо, но про сон ничего не было сказано, к сожалению. Туман не уходит. Options. Так. Aim. QT. Tab. Ага.
А как долго-то? Долго мне здесь сидеть-то, эй? А, нашел. Оказывается, здесь можно спать на полу. Ну, давайте. Поспим 1 час. Так, туман исчез. Исчезли зомби из моего дома. Исчезли ли, так сказать. Так, мне нужен бинт. Крайне нужен бинт. А здесь... Так, вода. Понятно. Не то. Тоже не то. Вот. Так. Ага. Еще одна бутылка нужна этой штуке. Не то. Крайне надо мне это. Вопрос, где это брать, потому что... Потому что надо хилиться. Я предполагаю, что все это приведет к печальным последствиям. Если я не вылечу вот эту рану. Я-то думал, что таймер типа движется и все пройдет, типа, ну и оно само проходит у меня, но оказывается нет, я так понимаю, становится только хуже. И это не круто, это мне не нравится. Надо как-то это вылечить. Так. Эту палатку я осматривал. Биту я подниму, конечно же. Что у нас здесь? Ага. Это хорошо. Это хорошо. Инвентарь. Эквипмент. Отлично. Каску я одел. Буду надеяться, что она мне как-то поможет. Так, патроны я забираю. Дайте бутылочку такую мне еще одну. Либо дайте просто бинт, и я буду доволен. Хорошо. Дают, к сожалению, только патроны. Что на самом деле не очень-то хорошо. Что у нас в этих ящиках? Патроны, да? Одни патроны. Так, в багажнике что-нибудь есть? Это я забираю, это тоже. Так. Облутано. Облутано. Эта штука не поднимается. Вентилятор нам не нужен. Здесь я все смотрел. Интересно, можно в этой игре фонарик как-то сделать? Фонарик был бы неплох. Фонарик был бы неплох, знаете ли. Куча патронов, да? А почему не куча аптечек, а, ребят? Опа, батарейки. Двигатель. Так, хорошо, побежали домой. Выложим лишнее. Блин, я что-то переживаю. И где мне, блин, брать это все? Найти бы мне где-нибудь это все. Так, набор сюда.
сюда. Оружие у меня вот здесь, по-моему. Вот, да. Так. Ну чё ты не перекладываешься? Хорошо. Биту я тоже сюда выкладываю. Гранату тоже. Еду. Винтовку выложу. Камень выложу. И листик выложу. Так, ладно, погнали дальше. А чё погнали-то? Мне надо находить... блин, мне нужна бутылка, чтобы сделать. Надо все обыскивать, видимо, близлежащие. Искать какие-то еще дома. Антибиотики, кола, инструмента, металл. Так, инструмент. Короче, первоочередная моя задача теперь найти... Ага, я, кстати, пить хочу. Почему бы нам не попить? Дринк. Неплохо попили. Так, горы. Интересно, как там в горах дела обстоят? Есть ли там вообще что-нибудь интересное? Наверное, есть. Батарейки. Неплохо. Так, это не открывается. Кола. Заберем. На самом деле, блин, я вообще расстроен. Меня это... Ёпамать, это что такое? Меня угнетает, короче, вся эта ситуация. Странный какой лес. Нож заберу. Так, впереди вижу дом. Что там в том дворе? Там люди с оружием. Что-то мне подсказывает, что это не круто. А в игре действительно есть медведи? Так, я вижу, что их трое. Пока я не хочу с ними драться, если честно. Ну их нафиг. Я их, наверное, оббегу. Пойдем дальше, посмотрим. Так, выносливость. Восстанавливайся, пожалуйста. Так, палка. Это что? Это у нас какой-то отель, что ли? Да, мотель. Если здесь зомбаки, хороший вопрос. Но быть может здесь есть то, что мне нужно? Найти бы вот это то, что мне нужно. Зайти нельзя, да? Ясно. Так, контейнеры какие-то. Который нельзя открыть. Что внизу? Внизу речка, это я вижу.
Так, здесь никого. Да, никого, смотрите, как патроны. Но мне интересуют не патроны. Здесь что, лута нету? В смысле, серьезно? Ладно, это я заберу. Заберу. Да блин. Черт. Так, закрыто. Закрыто. Что, везде закрыто, что ли? Сверху, по-моему. Вода. Да блин, вы издеваетесь? Что, серьезно, нету? А это что? Обезболивающее. Хорошо. Это лед. Скотч. Так, ну я так понимаю, что на свет они не выходят, да? Ладно. Ладно, пойдем дальше. Так, эти штуки не открываются. А я, кстати, инвентарь. Не могу, да? Не могу я эту штуку сам сделать. Эх, нужна она мне, чтобы выжить. Я надеюсь, что я, ну, типа, не помру. Так, запчасти. Так. Лом. Я, короче, буду запоминать. Ага, возможно, это мне надо будет принести домой. Тряпки всякие. Электрика, ящики, колесо. Колесо, наверное, для машины мне по... Может, здесь это есть? Микросхема. Доска, банка, что? А, набор для шитья. Хоть бы здесь это было. Пола. Да вот кола-то мне и не нужна как раз. Холодильники пустые, да, не открываются. Металл, скотч, батарейки. Че, серьезно, нету ничего? Дверь. А я понадеялся. А я, между прочим, понадеялся. Да ладно, свезло, свезло, свезло. На что поменять, на что поменять? На еду, инвентарь. Так, стоп, инвентарь, статус.
И чё? А, всё, я понял. Я понял. А если съесть антибиотик? Так, нужен, короче, еще один. Так, патрончик-то я заберу. Это я сложу. Колу я выпью. Обязательно. Так, это я съем. Хорошо. Так, что мне, собственно, надо? Я хочу колесо забрать. Только вместо чего? Вместо, наверное, металла. Я заберу колесо. Оно мне понадобится для машины. Наверное, сейчас я буду возвращаться домой. Кстати, что мне надо для постройки кровати дома? Хороший вопрос. Ого, прицеп. Тут у них... Ой, а это что? О. Пять, 50, 32. Что это значит? Что это значит? 50, 32. И все, и больше не открывается. Так, закройся. Надо запомнить 50, 32. Что это значит, фиг его знает, да? Так, там товарищи, люди с оружием. Что-то мне подсказывает, что они нифига не мирные. И это печально. Но дальность видимости у них, конечно, херовенькая. Чё, я вылечился? Отлично, я вылечился. Что-то мне подсказывает, что они не очень-то добрые. Фиг с ними, ну и в баню. У меня из вооружения только, блин, каска и ничего больше. Так. По идее, вот это уже мой райончик, и это мой дом. Я его не вижу. Увидел. Эй, тварь. Ага, один выстрел. Серьезно. Лут. Еда, неплохо. Доску я возьму. Доска мне нужна. А, это я выкину, а доску я возьму. И еще возьму. Че, все, больше нельзя? Че бы нам выкинуть еще? 6 досок. Выкину-ка я металл. Доска. Ага, закрыто.
Так, хорошо, наверное, будем потихонечку возвращаться в сторону дома. Стоп, а для строительства кровати что нам надо-то? Ой, отмена. Еще раз, я что, уже ее могу построить? А, ну да, хорошо, погнали домой, будем строить кроватку. Чтобы была у нас кровать, надо поставить колесо себе назад. И провести loot management, так сказать. Рассортировать то, что у меня есть. Вот. Че это? Зачем нужны эти листочки, я пока не понимаю. Но я разберусь. Обязательно разберусь. Так, где я буду спать? Пускай это будет моя спальня. Так, режим строительства, мебель. Пусть кровать. Угу. Строим, значит. Опа. Отлично. Все, можем спать. Давайте я, наверное, ее чуть-чуть передвину. Вот так. Все, теперь я могу спать в ней. Хорошо. Что у нас по ресурсам? Здесь вода. Пить я не особо хочу. Здесь еда. Есть я тоже не особо хочу. Пусть здесь будут лекарства. В принципе. Чему бы и нет. Тут у нас патрончики всякие. Патрончики, гранаты у нас разные. Да, я смотрю. Так, здесь у меня всякое. Ага. Ну и сюда закинем. Вот это. Так, батареечки, которые не стакаются почему-то, что странно. Тут будет разное. Так, почему бы... О! А ночью зомби, кстати, тоже, да, приходят? Почему бы нам не поставить колесо на машину? Я могу поставить... Оп! Парси. Надеюсь, на меня никто за это время не нападет. Так, я поставил колесо. Одно, стопроцентное. Одно колесо готово. Хорошо. Темнеет, значит. Темнеет. Так, чтобы забивать окна, мне нужны гвозди. Мне нужна одна доска. А чтобы сделать гвозди, что надо? Так, не так, а вот так. Ага. Вот зачем, кстати, нужна веревка. Точнее, листики и кора, да, нужна, чтобы сделать это все, я понял. Угу. Соль и мясо, это вялить мясо. Так, спальный мешок можно делать. Факел. Бандаж. Угу. Угу. Так. Стена или щит, непонятно, что это. Хорошо. У каски моей... блин, каска, конечно, покоцанная, но ничего страшного. Ничего страшного. Один нож покоцан. Так. Надо понимать, что мне делать в следующих сериях, в принципе. Я, кстати, так и не понял, как делать гвозди, но мне кажется, я видел в заправке вот этот стол с инструментами. Наверное, он мне нужен. Ну-ка, вот. Сейчас посмотрим. Гвозди.
Ага. Так, это еда, да? Гриль всякий можно делать, понял. Вода, генератор, мусорка. Хорошо. Так, стол я могу сделать. Blacksmith Place. О, он типа наковальня. Прикольно. Так, это дома, да? Дома могу делать. Электричество, все, что с этим связано. Надо будет себе потом крутую кроватку сделать. Так, ну и это сад. О. Растить можно всякое. Блин, прикольно. Хорошо. Слишком многого я не сделал в этой игре, на этой серии, но, по крайней мере, знаете ли, я начинаю примерно приблизительно привыкать, что-то узнавать. Вот узнал, что можно на полу спать, сделали первую кровать. И это неплохо, я считаю. Убил первого зомбака, понял, что убивается он одним выстрелом, если попасть прямо в голову. Увидел людей с оружием, которые мне не понравились, и я предполагаю, что они нифига не метные. Вот. Такие дела. Ладно, в следующей серии будем продолжать постигать эту игру. Что же, оценивайте это видео, если вам понравилось или не понравилось. Подписывайтесь на канал, на паблик ВК и смотрите продолжение. Всем удачи, друзья!